Услышать женщину, когда она молчит. Задача непосильная для многих. Но кто умеет сердцем говорить, поймет, перебивать ее не стоит. Что можно слышать в этой тишине? Немой упрек или пылкое признание, надрывный плач или веселый смех. Восторг, а может, разочарование? Услышьте то, о чем она молчит, душой, сердцем, только не ушами. Ведь к этой тайне есть свои ключи. Она молчит, но говорит глазами.